Вам разъясняется о том, что вы являетесь в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Суть обвинения вам понятна? Понятно. Вину в совершении указанного преступления признаете? Признаем. Здесь сидел вам. Когда это происходило? 28 числа. По времени сориентируйте. Ну, где-то... 5-й сейчас, 6-й сейчас. Утром? Да.